Золотое перо Белой Руси возвращается в этом году. Это конкурс эссе. Он проводится среди учащейся и рабочей молодежи, а также молодых корреспондентов районных городских газет, телевидения и интернет-сайтов. Конкурс организован при поддержке Министерства образования и Министерства информации Республики Беларусь, а также Белорусского союза журналистов, Союза писателей Беларуси и редакции республиканских СМИ. Творческие работы предоставляются по трем номинациям: «Моя неповторимая малая родина», «Великая победа в наших сердцах», «Наш главный документ». Первый этап – районное конкурсное жюри определяет победителя в каждой из номинаций. Далее работы победителей направляются для участия в областном этапе. Работы принимаются в общественной приемной Солигорской районной организации до 1 апреля.